Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу об увлекательных играх для ПК, которые можно играть с удовольствием прямо на своем телефоне. Тем более, если вы не знаете, во что вы такое поиграть на своей мобилке. Готовы окунуться в мир захватывающих приключений и невероятного геймплея? Тогда давайте начнем. GTA San Andreas – это бессмертная классика, которая стала моей первой игрой в жизни на ПК. Слова здесь излишни. Если вы не играли в San Andreas, то этот пробел нужно немедленно восполнить. В мобильной версии была улучшена графика, разработано удобное управление, а также добавлен новый контент в виде оружия, машин и так далее. И самое интригующее – оригинальная линия сюжета была расширена. Поэтому, если вы в свое время переживали за судьбу Карла Джонса и Кисси Джея, то это одна из множественных причин вернуться в Лос-Сантос. Bully Anniversary Edition – это еще одно детище компании Rockstar, которое, к сожалению, не было так популярно, как та же GTA San Andreas. Это настоящая мечта любого школьника. Главный герой – школьный задира, который прогуливает уроки, обижает одноклассников и проигрывает споры с директором. Это словно школьная GTA. Можно свободно бродить по территории школы, выполнять задания, а также вытворять шалости, за которые герой получит наказание. Hello Neighbor – это красочный хоррор, задумка которого будет знакома тем, кто смотрит фильмы ужасов. Вам предстоит узнать, чем занимается сосед в своем доме, потому что он явно скрывает пару скелетов в своем шкафу. Конечно, пробираться в его крепость нужно тихо и следить за тем, чтобы он вас не заметил. Иначе вы узнаете, чем он занимается в подвале. Правда, выбраться уже не сможете. Отличная головоломка в стиле ужастика. Вы будете искать здесь ключевые предметы. Для этого нужно осмотреть комнаты в доме и обязательно не забывать оглядываться назад. Call of Duty Mobile – это известная серия шутеров от первого лица, теперь перекочевала на мобильное устройство еще и бесплатно. Включает многопользовательские сражения в различных режимах. Стандартный командный бой 5 на 5, королевская битва, выживание против зомби, дуэль на снайперских винтовках и так далее. Представлен богатый выбор экипировки, оружия, костюмы, персонажей, предметы, снаряжения и все в таком духе. Из оригинальных игр Call of Duty Mobile перекочевало многое. Например, вы можете сыграть на картах, которые были в Modern Warfare и Black Ops. Также присутствует рейтинговая таблица, где вам предлагается доказать свое превосходство среди других игроков. Wonder's Boy The Dragon's Trap – это классический платформер, о котором наверняка вы даже не слышали. Первые игры серии выходили еще на игровых автоматах, а конкретно эта игра – это переиздание с обновленной графикой и звуком. Сыграть в нее вы также сможете на Android. Здесь, управляя человеком-полуящером, вы пройдете различные испытания, чтобы снять проклятие. Для этого вам предстоит исследовать различные локации и сражаться со сказочными врагами, монстрами и драконами. Как и в версии для ПК, здесь можно переключить графику между современной и 8-битной, а также выбрать уровень сложности. В принципе, достойный ремейк, в который можно поиграть. Warface Global Operation – это адаптация известного российского шутера под мобильные платформы. Разработчики реализовали удобное и настраиваемое управление, а также современную трехмерную графику. Геймплей ориентирован на PvP-сражения в формате 4x4. Бои проходят на различных картах, которые были специально созданы для этой игры. Персонажа можно настраивать и совершенствовать его характеристики благодаря системе прокачки. Еще одним плюсом является перенесенное из оригинального Warface оружие и экипировка. Dead by Deadline Mobile – это многопользовательский хоррор с асимметричным геймплеем. Геймплей базируется на матчах для 5 человек. Примерно четверо принимают роль выживших, а пятый становится маньяком. Задача людей – это запустить все генераторы, открывающие двери из ловушки. Убийце, как вы догадываетесь, нужно помешать выжившим, а заодно насадить их на лезвие мачете или лезвие крюка. Подойдет как для игры с друзьями, так и игрокам-одиночкам. Doom 3 BFG – это классический шутер от первого лица, который заглянул и на Android в виде переиздания BFG, и он точно обрадует любителей научной фантастики. Наверное, об этой игре знают все, но если вдруг вы пропустили ее, то немного расскажу. Это динамичный шутер в духе старой школы, в котором вы занимаетесь истреблением демонов на Марсе. Ничего лишнего, вот пушка, вот враги и вперед. Несмотря на однообразный геймплей, Doom 3 удалось стать одной из лучших игр в своем жанре. Ее хвалят за бодрый экшен, отличную графику, естественно, того времени. И интересный сюжет, что уже не типично для подобных шутеров. А в BFG Edition также вошли дополнительные уровни, а звук и освещение были чуток переработаны. Max Payne Mobile – это повод вновь пережить приключения спившегося телохранителя или же начать с ним знакомство. Герою предстоит вернуть свое доброе имя и отомстить за семью. Однако путь этот тернист и полон трудностей, с которыми без сомнения вы справитесь и получите от этого львиную долю удовольствия. Фишка этой игры заключается в том, что впервые в истории игровой индустрии здесь были представлены кинематографические перестрелки с технологией Bullet Time. А с замедлением времени любая потасовка здесь выглядит словно сцена из гонконгского боевика. И это никогда не надоедает.
Alien Shooter Mobile, знаменитый шутер, в центре событий которого противостояние человечества и инопланетян, захвативших базу. Вам предлагается взять под управление героя, мастерски владеющим тяжелым вооружением, и задать трепку монстров, зачистив все без исключения помещения. Геймплей игры, несомненно, порадует поклонников стрелялок в стиле нон-стоп. Динамичные битвы удачно дополняются звуковым сопровождением и непередаваемой атмосферой. Игроку предстоит осилить десяток миссий и узнать, нахрена пришельцам захватывать людские объекты. Это был мой топ-10 игр, которые перекочевали с компа на телефон. Надеюсь, что мое видео вдохновит вас на новые игровые подвиги и поможет найти идеальное развлечение для вашего мобильного устройства. И если вы все же не знаете, во что поиграть, загляните под видео в описании. Спасибо, что были со мной. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться видео с друзьями. До новых встреч и всего хорошего!